Национальной идеей России должна стать такая простая вещь, как знание собственной истории, в первую очередь, потому что история у нас великая, богатая. И сейчас огромное количество источников информации, ну, то есть ты залезаешь в интернет, ты можешь прочитать все, что угодно, в любом объеме. И, конечно же, это автоматически дает такую сумасшедшую гордость за страну, в которой мы живем. Поэтому, ребят, не ленитесь, читайте, включайте мозг, и все будет хорошо.